Понимаешь, я раньше не верил, что что-то тут не так. Я подумал, ты правда его где-то оставил? Но вот, когда нас не пустили в кафе с обыском, хотя я показал ему, меня это очень смутило. А тебя не смутило то, что вместо ордера ты им показал кассовый чек? И что, это не дает мне права их обыскать? Представь себе, не дает. Ты еще скажешь спасибо, что охранник мочам не вывел нас силой. И вообще, я хочу подумать, ну какой нафиг из пятого детектив? Ты еще скажи, про это снимут фильм, определенным бюджетом, и это станет главной темой косплей-фестиваля. Ты так думаешь, да, наверное? Конечно. Я детектив от природы. Я вот пузиком это чувствую. Ну смотри, давай мыслить логически. Где последний раз ты видел вокалоидов? Вокалоидов? Давай подумаем. Ну, это, скорее всего, было на фестивале СОС в 2016 году. Ага, вот где мы их должны искать. Смотри, это, конечно, пахнет и выглядит, как мой остывший кофе, но, скорее всего, там есть зацепка. Идем искать! Да лучше бы я кого-нибудь аняша косплеил. Да погоди ты, куда ты, постой!